Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам моего маленького городка. Санкт-Петербург называется. Васильевский остров. Музей Рарта представляет выставку Жозефа Ефимовского. Мастер боевого карандаша. Человек взрослый. Ему исполнилось в апреле 19 года 89 лет. Начал сотрудничество в качестве иллюстратора с объединениями и издательствами. Еще будучи студентом, в 63 году вступил в Ленинградское объединение «Боевой карандаш», которое с конца 39 года выпускало информационные сатирические плакаты, а в годы войны – боевые листки. Известный человек, и я вот даже вот, знаете, вспоминая, я человек уже взрослый, когда ходил по выставке, с удовольствием что-то такое торкнуло в то время. Я действительно некоторые вот эти карикатуры, иллюстрации помню, какая-то ассоциация у меня есть, что я действительно их где-то видел. Я же человек взрослый, старого времени. Ну вот, на выставке в музее Рарта представлены авторские листы Ефимовского 70-х, 90-х годов, которые действительно разошлись по всему Советскому Союзу. Так написано в анонсе, я зачитываю анонс. В карикатурах художник нашел отражение быта советского народа, нравственные проблемы. И, конечно, действительно любопытно посмотреть, какие проблемы поднимались в то время людям современным. А мне, как человеку взрослому, который жил в то время, просто интересно посмотреть и вспомнить, что было. Ну вот, собственно говоря, и все. Такая выставка проходит в музее Рарта. Она называется «Мастер боевого карандаша Жозеф Ефимовский». Я фотографировал и вот вам показал. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Thank you.